Всем привет! Сегодня готовлю гороховый суп с копчеными ребрышками. Для его приготовления потребуется горох, я беру половинки, картофель, морковь, лук, растительное масло для пассеровки овощей, сами ребрышки копченые уже, и потребуется потом зелень и немного сливочного масла. Начну с приготовления гороха. Я его предварительно замочила. Берете по своему объему кастрюли. У меня кастрюля на 3 литра, я взяла 150 граммов гороха. Замочила его, он у меня постоял где-то около 3 часов, видите, набух, жидкость ушла, и теперь я ставлю его варить. Можно положить чуть больше гороха, потому что он разваривается, и потом просто оно будет создавать такую гущу в супе, очень вкусную. Потребуется еще соль по вкусу и перец, но солить будем уже, когда горох практически разварится. Лук мелко нарезаю, отправляю в сковородку, на растительном масле пассерую. Морковь натираю на среднюю терку и отправляю пассероваться к луку. Перемешиваю, буду периодически помешивать. Долго пассеровать не надо, ну, чтоб немного оно протушилось. Мелко нарезаю картофель. Пассерую буквально 5-7 минут на небольшом огне и буду уже отключать. Ребра взяла вот такие вот классные, копченые. Но, думаю, на 3-литровую кастрюлю, ну, вот такое одно ребрышко я все-таки отрежу, оставлю. А остальное все позже, когда уже будет практически готов горох, буду добавлять в суп. Ребрышки нарежу вот таким вот образом, по одному ребрышку подготовлю. Такие аппетитные ребрышки. Горох закипел, и мы шумовкой снимем вот эту вот накипь. Уменьшаем огонь и варим до готовности. Прошел час, горох отлично разварился, и посолю сейчас. Солим по вкусу. Добавляю сюда картофель. И добавляю ребра. Минут за 5 до окончания варки помещаем морковь с луком в кастрюлю. И добавляем по вкусу перца. Я добавляю смесь перца. Уже перед самым отключением добавляем небольшой кусочек сливочного масла для запаха и зелень. У меня укроп. Отключаю, накрываю крышкой. Суп готов. Вот такой аппетитный суп у нас получился. А мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!